Ты знаешь, мама, как везде здесь можно жить. Сначала страшно, но привыкли все живые. Здесь лают пушки, словно псы сторожевые. И самолеты кружат в небе, как стрижи. Ты помнишь, мама, я любил играть в войну. Теперь не так, не до игры, и все взаправду. Вдыхаем пороха тяжелую отраву и ходим в смерть, чтобы послушать тишину. Мне часто снится, будто я опять с тобой, зато потом, когда проснусь, бывает больно. Сегодня, мама, мы не пали в этой бойне. Я снова жив, не стал последним этот бой. Ты отмоли меня от вражьего огня, пусть я ужасно далеко. Ты рядом, мама. Держусь за нить твоей любви, держусь упрямо. Ты, мама, жди домой живым меня. Дорогие родители, и все, кто меня ждет, все, кто думал, что я не поеду сюда, вернусь с Ростова, и те, кто меня отговаривал от данного мероприятия, как вы видите, я тут, я свое обещание сдержал, и это именно мое желание, я нашел здесь то, что искал, именно то, что нужно, близких людей, которые, с которыми я останусь навсегда. Все, а фельдшерам Санкт-Петербурга отдельное спасибо. Новороссии быть! Мы победим. Дорогая мама, со мной все отлично. Я вас очень люблю. Передавайте большой привет бабушке. Кормите кошек. Привет Масяне. Привет Лаки. Ну, привет всем прочим кошкам, которые меня знают. Когда мое дело здесь закончится, я приеду домой. Думаю, что рано или поздно это закончится миром и какой-никакой стабильностью.